Привет всем! С вами Алексей, мастер по ремонту духовых инструментов. Сегодня я хочу остановить ваше внимание на продукции фирмы Гева, конкретно на чехле серии премиум для трубы. Чехлы серии премиум у Гева изготавливаются из материала кордура. Это плотная нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой и с высокой устойчивостью к истиранию. Чехол имеет уплотнитель толщиной 30 мм, что очень важно, фанерной вставкой в области раструба для дополнительной защиты. На фронтальной стороне есть карман для аксессуаров. Можно хранить различные аксессуары, муштук, сурдинку, средства по уходу, все что угодно. Также есть для ручной переноски ремешки. С тыльной стороны настраиваемые рюкзачные ремни, можно носить как рюкзак. И в комплекте идет еще один ремень, чтобы носить чехол на одном плече. Могу вам сказать, что из бюджетного класса чехлов для трубы, представленных на сегодняшний день на нашем рынке, это достойный экземпляр, который надежно и долго вам прослужит. На этом пока все. Ждите дальнейших обзоров. Спасибо за внимание. Счастливо.